У нас на сегодняшний день основная проблема – это снос ветхого аварийного жилья, которое находится буквально за стелой Саратова. Денежные средства в регион поступили за счет привлеченных источников в объеме 50%. В ближайшие два месяца поступят оставшиеся. Почему об этом говорю? Мы с вами обсуждали этот проект в прошлом году, в августе. Сейчас у нас апрель, но что касается работы, они пока только на словах. Поэтому давайте тоже чувствуйте ответственность, потому что раз проговорили, люди ждут решения, уже занимайтесь непосредственно обсуждением отселения с каждым жильцом, предлагайте варианты. Что касается проекта, к нему надо подойти очень вдумчиво. И здесь просьба, Романович, к вам и Николай Васильевич, вы вместе с жителями начните обсуждать, как депутат, избранный от Волжского района, надо или не надо расширять пространство. Но, на мой взгляд, было бы правильно расширить и Соколову, и Большую Горную. Это серьезная тема. Надо, чтобы средства были потрачены очень грамотно. И здесь это полностью ваша ответственность. Вы своим подчиненным говорите, чтобы они голову включали. Вот эту картинку, сейчас они ее нам предлагают, но при этом не выдержит она никакой критики. Хорошо. Кто ее готовил? Готовил комитет по архитектуре. Ну, комитету задайте вот те же вопросы, которые вам заданы.